Я вам честно скажу, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать с журналистами. 99% работы, которая это заказуха и джинса. Я не знаю, что делать с молодняком, который не хочет читать книги, но сидит по 12 часов на порнографии в сайтах, и родители ничего с этим не могут сделать. А вот эти пацаны, которые 18 лет заканчивают школу, и они понимают, они завтра будут без работы, им трудно устроиться, жизнь собачья на самом деле. Покупается все, оболгается все. Так нельзя. Я не знаю. Мне больно от этого. И трагедия в том, что это не только ведь у нас. Мир сходит с ума. Сейчас реально навязывают в стране культ насилия. А что мы с этим будем делать? Чем это все закончится? Поставьте программу об образовании, ведь столько проблем. Рейтинг будет ноль, потому что люди этого не смотрят. Мы сходим с ума, что происходит? Объясните мне. Мы как-то должны вернуться к человеческому лицу. Дорогие, так нельзя, это плохо закончится. Кто-то должен стать нормальным человеком. И мне кажется, единственный способ вернуться к себе. Вернуться к тому, что семьи должны воспитывать. К тому, что нужно в любви как-то находить друг друга. Ребята, мы превращаем все в шоу. Так нельзя. Родня, так невозможно уже. Честно. Вы меня извините, Бога ради.